念星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，身影天命而志向，只为求破戒权的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定很久的信念不曾有过一丝改变，你我生命相见共天涯无缘，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手向前。Я хотел спросить, помните ли вы тот день, когда во время землетрясения погибли мои родители из-за рухнувшего на них дома? Вы тогда были в городе? Да, именно в тот день я приехал в Лоулань. Я пожалел тебя и взял к себе. Вот как? Без вас я был бы одиноким, беспомощным сиротой. Но с тех пор мне часто снится очень странный сон. Ты пережил землетрясение, в котором погибли твои родители. Поэтому тебя преследуют кошмары. Но этот сон очень странный. В этом сне я превращаюсь в злого демона. Я не знаю, какую форму принимаю. Но уверен, что все мое тело покрыто песком, прямо как у убийцы, которого видели вчера на месте преступления. Правда? Может, это просто совпадение? Да, может, так и есть. Почему ты вдруг вспомнил об этом сне? Ничего такого, может, это и в самом деле простое совпадение. Отец, я должен идти на поиски убийцы. Да, конечно. Пойдем. Кэ, приложи все силы. Найди убийцу. Конечно, отец. Побыстрее соберите вещи. Сегодня вечером в Лоулане будет опасно. Лучше спрятаться за пределами города. Убийца что-то замышляет? Да. Хорошо, я подготовлюсь. Поспеши. Мутный червь, это он похитил Люли? Что он сказал? Что это был он? Приемный отец Аньке, призрак генерала Песка? Вы не видели никого подозрительного в последние дни? Нет. Может, кто-то из местных вел себя странно? Вроде нет. Спасибо за помощь. А вот и яйцы. Что будем делать?
Это так весело. Сяо Юй, я тебя обожаю. А вы можете навести на него наваждение? Шарик сможет. Поняла. Постой за прилавком, я схожу за товаром. Хорошо. Следишь за мной? Интересно, почему с вас осыпается песок, когда вы идете? Что ты хочешь сказать? Думаю, вы генерал песка. И что с того? Схватишь меня? Это торговец тканями. Я нашел его. Я думаю, это он. Кунь-Лунь, Юнь-Ци, на востоке города нет улик, но Сяо Юй что-то нашла. Сяо Юй, расскажи ему. Я слышала, дедушка Песка очень странный человек. Он приемный отец Аньке, одного из участников. Он все время проводит дома и редко выходит на улицу. Но его видели на месте преступления. И до, и сразу после убийства. Я решила осмотреться возле его дома. И столкнулась с ним. Мне он кажется крайне подозрительным. Кажется? Тебе кажется, что он убийца? Что еще ты нашла? У тебя есть доказательства, что он призрак генерала? Нет. Юнь-Ци, женскому наитию можно доверять. К тому же, дядюшку Песка видели на месте преступления. Скорее всего, он убийца. Это еще ничего не доказывает. Кунь-Лунь, если схватим не того, провалим испытание и не получим броню. Нам конец. Кунь-Лунь, Юнь-Ци прав. Но твоя версия хороша. Юнь-Ци, ты что-то нашел? Да, я нашел призрака генерала Песка. Правда? Это хозяин лавки Чан Син, торговец тканями. Вокруг его прилавка все было в песке, мне это не понравилось. Я проследил за хозяином лавки. К моему удивлению, когда он шел, с него сыпался песок. Это подозрительно. Но Лаолань находится в пустыне. Разве песок на теле такая уж странность? Я не могу доказать, что он призрак генерала Песка. Но когда он обнаружил, что я слежу за ним, он обернулся в песок и исчез у меня на глазах. Правда? Тогда он и есть призрак. Раз ты так уверен, забудем о том, что я сказала. Поверим Юнь-Ци. Да, Юнь-Ци. Молодец. Мне просто повезло. Кажется, нам улыбнулась удача. Мы ничего не нашли. Давай возвращаться. Этого стоило ожидать. Да, Лаолань слишком большой. Найти призрака за 6 часов будет просто невозможно. У нас мало времени. Надеюсь, Гун найдет что-то полезное. Гун очень умный, он нас не подведет. Дорогие гости, это вы, братья Хань? Да. Гость по имени Хань Гун оставил для вас письмо. Где он? Ушел. Он ушел? Да. Старший брат, Сяо Юй, вчера я не смог сомкнуть глаз. Я думал, не устали ли мы от нашей цели стать искателями даосизма? Или мы просто потеряли рассудок, пытаясь стать ими?
Мы ненавистны сами себе. Вы помните? Если бы наставница не взяла нас во дворец небесной музыки, мы трое уже были бы мертвы. Тогда мы впервые ощутили, что наши жизни имеют значение. Чтобы отплатить наставнице, мы поклялись совершенствоваться, ни на что не отвлекаясь. Мы хотели искоренять зло. Таким было наше стремление. Но прошлой ночью, когда я узнал, что Юй натворил в призрачной долине, я осознал, что с начала испытания даосистов мы трое совершали подлые поступки, чтобы стать искателями пути и обрести славу. Мы забыли свое предназначение, забыли, почему хотели стать искателями пути, и забыли о нашем стремлении. Простите, старший брат, Сяо Юй. Я решил вернуться в Альянс и рассказать о призрачной долине учителю. Я исполню ее волю. Это единственный способ помочь нам вернуться на наш путь. Что теперь? Гун не в городе. Если наставница узнает, что я натворил, она меня выгонит. Что же делать, брат? Подержи. Седьмой эльф, скорее, найди Гуна. Сейчас. Ханигунь не использует лунное зеркало. Если хочешь что-то сказать, я ему передам. Скажи ему. Скажи ему. Что сказать? Не знаю. Брат. Ханьшан. Вы покидаете город? А вы? Если императрица сказала правду, сегодня Лоулань станет очень опасным местом. Если не уйти сейчас, то когда? Если уйдете, не получите вторую часть брони. А вы уверены, что пройдете испытание императрицы? Найти генерала Песка за 6 часов просто невозможно. Императрица не хочет, чтобы мы прошли испытание. Но остальные ведь не сдаются. Джан Лин не уйдет, он хочет спасти родителей. Кунь Лун не получил первую часть брони, это ударило по его гордости. Он не сдастся, хотя шансы невелики. Иначе что он скажет лидеру? Что касается Цзюсюна, ученики Школы Меча работают вместе. Они никогда не отступают. Они продолжат стоять на своем. Что до вас? Если вы уверены в своих силах, оставайтесь. Не буду вас уговаривать. Чего вы ждете? Уходим. Даже если пройдем это испытание, мы не победим генерала. В сложившихся обстоятельствах мы решили сдаться сейчас и наверстать упущенное после. А вы так можете? Не теряйте надежду. Брат, что будем делать? Поищем Гуна. Приемный отец Анька — призрак генерала Песка. Это неожиданно. Малыш не мог ошибиться. Он держит Люли в заперти. Должен быть способ спасти ее. Я подумал о том, что даже мои родители не смогли победить генерала. Что, если мы трое вступим с ним в схватку? Если не справимся, то пострадаем не только мы и Люли, но и Лоулань. И все три царства будут уничтожены. Но мы должны что-то сделать. О чем думает императрица? Генерал напасть в чистом виде. Почему императрица зла ничего не делает? Кто знает, о чем думает женщина без капли здравого смысла? К тому же, мир зла издревле находится за пределами трех царств, так что им нет до нас дела. Она рассказала о надвигающейся беде на испытании в виде исключения. Значит, императрица хочет мучить принцессу Яо Юэ, но также хочет помешать планам генерала Песка. Сама себе противоречит. Трудно человеку достигнуть небес, но еще труднее понять императрицу. Возможно, императрица хочет, чтобы принцессу Яо Юэ спас тот, кто не поддастся искушению и будет готов пожертвовать даже своей жизнью, чтобы она смогла поверить в истинную любовь. Может, так и есть, но я все равно не понимаю. Я понял.
первом испытании императрица заставила нас отказаться от богатства ради принцессы. Если мы пожертвуем всем, возможно, у нас появится надежда на победу. Но чем мы можем пожертвовать? Второй частью святой брони. Согласны? Да. Согласен. Отлично. Ваши слова вселяют в меня уверенность. Восемнадцатая проснулась? Нет. Давай поговорим чутка попозже. Нет, это срочно. Скажи всем собраться в гостевом доме. Мне нужно им кое-что рассказать. Джанлин, что за срочность? Где остальные? Сдались? Сдались? Как это? Не просто сдались. Они уже покинули город. В Лоулане остались три команды. Почему? Мы виделись с Ханьшаном перед его уходом. Он не уверен. Ни в исходе испытания, ни в победе над генералом. Поэтому он решил сдаться. Это не просто задание. От этого зависит жизнь людей. Какие они после этого совершенствующиеся? Их тактика стратегически верна. Каждый волен делать свой выбор. Мы будем делать то, что должны. Мы решили сдаться. Дзюсюн! Вы не можете уйти! У нас нет выбора. Мы долго искали, но не нашли ни следа. Мы должны отступить и сдаться. Раз не можем пройти испытание. Если хотите и дальше бороться, мы скажем вам правду. Зачем вам это? Все просто. Втроем мы ни за что не победим генерала Песка. Только объединившись, мы предотвратим несчастье. Не боитесь, что мы получим броню? Единственное, что нас волнует, это победа над генералом. Если генерал падет от твоей руки, и ты пройдешь испытание, значит, ты заслужил броню. Наша команда не возражает против этого. Да. Дзюсюн, мне кажется, это честная сделка. Что скажешь? Мы останемся и не сдадимся. Куньлунь, что насчет вас? 6 часов почти истекли, раз твоя идея всем понравилась. Мы доверимся тебе. Мы не отступим, несмотря ни на что. Хорошо. Спасибо за доверие. Генерал Песка — это приемный отец Анькэ, дядюшка Песка. Анькэ? Анькэ? Охранник принцессы? Да. Почему ты в этом так уверен? Я не могу рассказать. Но прошу, поверьте мне. Если у вас есть другая догадка, мы можем проверить ее позже. Согласен. Согласен. Господа, простите. Джанлин, могу я поговорить с вашей командой наедине? Конечно. Мы должны доверять друг другу. Только все вместе мы одолеем трудности. Пойдемте. Да. Нам нужно все обсудить. Увидимся на испытании. Хорошо. Идемте. Ин, ты в порядке? Почему ты молчишь? Все хорошо. Сейчас трудное время. Если запуталась, отпусти все. Буфань, ты ему веришь? Это единственный путь. Что скажешь, Ин? Я не знаю. Решать вам. У нас нет выбора. Все решено.
Анька, можешь повторить, что ты сейчас сказал? Боюсь, что мой приемный отец и есть убийца. Что? Ты подозреваешь, что он призрак генерала Песка? Почему ты так думаешь? Потому что я не могу объяснить эти совпадения. 14 лет назад, когда отец Джан Лина приехал в Лоулань, в городе случилось землетрясение, как и рассказывала императрица. В тот день погибли мои родители. Тогда же в Лоулане появился мой приемный отец и усыновил меня. С тех пор мне снится странный сон. Во сне я становлюсь монстром, похожим на генерала Песка. В одном из снов я превратился в него и видел убийство человека. Но еще подозрительнее было то, что когда я проснулся, вокруг меня было полно песка, который вел к покоям отца. Я не должен сомневаться в нем. Отец, он мой благодетель. Он растил меня как родного сына. Но я не могу не подозревать его. Почему ты рассказал нам? Я боюсь, что это может быть правдой. Я надеялся услышать совет. У нас те же подозрения. Те же? Только один человек знает правду. Императрица Лин Юй. Она задала этот вопрос, она знает ответ. Верно. Если это правда, мы убьем твоего отца. Если тебе нужен совет, помоги нам победить его. Вначале мы были уверены в испытании. Мы думали, что призрак генерала — хозяин лавки Чан Син. Но, по словам Джан Лина, все обстоит совсем иначе. Хоть Джан Лин и надежный человек, он мог ошибиться, как Сяо Юй. Он услышал, что дядюшку видели на месте убийства. И подозревает его. У него нет доказательств. Меня больше беспокоит то, что все согласились с Джан Лином. Если он не прав, мы не только упустим броню, но и не сможем отвести от Лоуланя беду. Юньцы прав. Если выберем версию Юньцы и окажемся правы, тогда только наша команда пройдет испытание. И нам точно достанется вторая часть святой брони. Но тогда мы будем биться с генералом. Сперва пройдем испытание, затем подумаем о генерале. Хорошо. Юньцы, возьмем твою версию. Командир, у вас все хорошо? Мне приснилось кое-что интересное. Нам пора. Да. Идем. Анька, ты уверен? Премьер-министр, все готовы покинуть Лоулань? Я все устроил. Мы вывезем людей из города, как только установим личность генерала.
Почему вас так мало? Где остальные? Они сдались. Правда? Бедная моя принцесса. Даже если ты переживешь это бедствие, ты можешь остаться одна до самой смерти. Неужели в этом мире нет никого, кто бы мог подарить тебе счастье? Испытание еще не окончено. Зачем вы так говорите? Видимо, лишь ты один искренне любишь принцессу Яо Юэ. Какая жалость. Что если ты пройдешь испытание? Боюсь, это откроет двери твоему кошмару. Начинаем. Напишите ответы на нефритовой плите. Так вы узнаете, является ли ваш ответ правильным или нет. Они закончили. Каков правильный ответ? Убийца. Дядюшка Песка. Шамантянь. Вы проиграли. Остальные проходят в следующее испытание. Как они могли проиграть? Кунь-Лунь, прости. Отец. Кэ. Кажется, ты был плохим мальчиком. Кто вы такой? А ты не знаешь, кто я? Разве ты не хотел убить меня? Убейте монстра! Третье испытание началось. Всем непричастным лучше уйти. Императрица Лин Юй, ты раньше не вмешивалась в дела трех царств. Какое тебе есть до меня дело? Я устроила этот конкурс женихов. А ты, старый монстр, стал слишком жадным. Ты хочешь сгубить бессмертных и получить огненную птицу. Ты даже... осмелился убивать участников конкурса. Ты совсем обезумел? Ты поплатишься за все. Кажется, тут больше нечего сказать. Убейте генерала и пройдете испытание. Приступайте. Стойте! Я не позволю его убить. Аньке, мы убедились, что он призрак, а ты его защищаешь? Мне плевать. Плевать, кто он. Он мой отец, он вырастил меня. Отец, прошу, не творите зла. Не вредите никому. Отец, я вас прикрою, бегите. Он совсем запутался. Надо схватить его. Стой! Джан Лин, ты забыл о своих родителях? Аньке, если ты его отпустишь, принцесса Яо Юэ умрет. Не стой на стороне зла, Джан Лин. Будь ты на моем месте, стой здесь сейчас. Ты бы смог это сделать? Кэ. Я никогда не жалел о том, что растил тебя все эти годы. Учил тебя быть честным и добрым мальчиком. Я и не думал, что ты будешь защищать меня даже в такой момент. Отец. Мой тяжкий труд длиною в 14 лет... был не напрасным. Мне было нужно невинное тело, как раз такое, как у тебя, для моего второго ядра. Я не ошибся. Я был прав. Анька, берегись! Анька!
Да! Призрачный двойник? Мир людей не достоин того, чтобы я покидала Дворец Вечности. Почему не нападаете? Чего ждете? Но Анька внутри его тела. Вы не хотите убивать Анька. Значит, я свободен. Анька! 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 Кто-нибудь? Где премьер-министр? Где? Анька — это второе ядро генерала, которое он совершенствовал долгие годы. Если оно соединится с настоящим телом, генерал станет сильнее. В этот раз погибнут не только родители Джанлина, но и бессмертный мир и мир смертных. Время на исходе. Печать Лэнцуй теряет силу. Победить или проиграть зависит только от вас. Вперед! Сделаем это! Идем! Кунь-Лунь, я ошибся. Юньцы, не вини себя. Ты ведь это не нарочно. Юньцы, не казни себя. Я сам так решил. Действуйте, немедленно, вывозите людей из города. Есть! Вы тоже можете уехать. Нет, мы остаемся. Мы хотим помочь в битве с генералом. Хорошо, будьте осторожны. Яньцы, Сяоюй. Давайте поможем горожанам. Хорошо. Идем. Бежим. Быстрее! Сюда! Все сюда! Без паники! Не отставайте! Сюда. Берегись. Вы целы? Да. Вы спасли моих внуков. Спасибо. Идем. Спасибо. Не отставайте! Бежим! Бежим! Как выйдете за ворота, отправляйтесь на юг. И побыстрее! Старики, немощные женщины и дети, вам помогут стражники. Поспешите! Скорее! Не толпитесь, не паникуйте! Быстрее, быстрее! Бежим! Надо помочь. Кунь-Лунь, нам пора. Поспешим. Пойдем. Пойдемте. Кунь-Лунь, идем. Ты как?
порядок. Не тратьте силы, бьем по одной цели. В грудь. Да, понял. Я всех вас отправлю в царство мертвых. Быстрее, защитные цепи! Ин! Буфань, держись крепче! Ин! Отпусти меня! Не пущу! Прости, Ин, я не могу пойти с тобой. Отпускай! Буфань! Пусти! Буфань! Помнишь, что ты сказал мне, когда был болен? Что? Фэй-фэй, дай руку! Быстрее, хватайся! Джанлин! Тилан! Джанлин, Тилан! Тилан! Хватай меня за руку! Тилан! Джанлин! Тилан! Джанлин! Джанлин! Тилан! Отпусти меня! Фэй-фэй, держись! Отпусти! Фэй-фэй! 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 Вы целы? Скорее, идите на юг. Поспешите. Не бойтесь и не паникуйте, ни о чем не беспокойтесь. Вас с детьми защитят. Идите, вас увезут из города. Спасибо, спасибо. Поспешите. Не бойтесь. Господин, принцессу схватил принц из Линьчжун. Он хочет видеть вас в покоях принцессы. И вы должны прийти один. Зачем он схватил принцессу? Он хочет огненную птицу. Вы все слышали. Вы пойдете со мной? Разумеется. Кунилунь Юньцы, давайте поможем спасти принцессу. Сюда. Быстрее бежим. Скорее. Без паники, без паники. Поспешите. Стойте. Дзил, как Анька? Он в беде, принцесса. Забудьте об Аньке. Ваше высочество, отпустите принцессу. Я отпущу ее, как только получу огненную птицу. Иначе, даже если кто-то победит в сегодняшнем испытании, принцесса не доживет до этого момента. Огненная птица не защищает людей, она вам не поможет. Все верно, это правда, принц. Мне плевать. Из-за того, что у вас была огненная птица, другие государства не рисковали нападать на Лоулань. Сегодня я заполучу огненную птицу. Я узнал, что она здесь, в покоях принцессы. Откройте дверь. Или я... Не троньте принцессу! Хорошо.
Идите за мной. Огненная птица здесь. Идите и возьмите ее. Я знаю, что только правители Лоулани могут коснуться ее. Принцесса, хоть вы и не можете покинуть свои покои, вы можете пройти со мной в дальнюю комнату. Прошу вас, премьер-министр, проводите нас туда. А вы стойте здесь и не двигайтесь. Вперед! И мы пойдем. Да. Тут развилка, куда идти? Разделимся, свяжемся через лунное зеркало. Понял? Сяо Юй, ты как? Все хорошо, я справлюсь. Эй! Далеко еще? Мы почти пришли. Не забыл. Лишь правители Лоулани могут коснуться птицы. Принцесса, после вас. Нет. Принцесса, идите. Огненная птица вам не навредит. Давайте. Побыстрее. Откройте. Чем бы там
时间的。